День добрых дел. До 5 лет Миля жила в детском доме. Родные мама и папа отказались от нее, потому что Миля родилась с синдромом Дауна. А в 5 лет Милю удочерили. Другие мама и папа решили, что это не важно, сколько у ребенка хромосом, 46 или 47. Все равно ему нужна семья, а особому ребенку в особенности. Когда Милю привели домой, она еще долго во время еды прикрывала хлеб ладошкой, чтобы никто не съел. И у мамы каждый раз наворачивались на глазах слезы. Но детдомовские истории в прошлом. Сейчас Миля растет в любящей семье, играет, посещает инклюзивный детский сад. Там у Мили есть друг, его зовут Вова. Он рассказывает о ней. Миля, конечно, от меня отличается, она же меньше ростом. А на день рождения я бы подарил ей свою пожарную машину. Она большая и красная, и очень красивая, прямо как Миля. А еще Миля ходит на занятия в Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогой добра». Там ей помогают учиться обычным, но пока трудным для нее вещам. Например, говорить, считать до 10 или делать бутерброд. А впереди у Мили еще большие открытия – чтение, письмо, подготовка к школе. К сожалению, без нашей помощи Миля не справится. Один учебный год работы Центра «Дорогой добра» стоит 3 миллиона рублей. Давайте вместе поможем Центру собрать 10-ю часть необходимой суммы – 300 тысяч рублей. И тогда Миля и другие особые ребята, которые занимаются в центре, смогут научиться говорить, читать и считать, посещать детский сад, а потом и школу. Отправьте смс на номер 3443 с текстом «Ребята» и сумма пожертвования цифрами. Например, «Ребята 100» и обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном смс. 3443. Сервис доступен для МТС, Мегафон и Билайн. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.